Да, я знаю, что вы ждете кайт на танка. Да-да, вот на этого парнишку. Но, блин, об обнове я просто не мог не рассказать. Нам добавили архимага, но оказался ли он имбой? Не-а. Нам добавили королевские сундуки. Оказались они имбой? Тоже нет, потому что их можно вскрыть. И что же мы теперь имеем в сухом остатке? Класс для семейного ПВП и ящики за донат, которые можно вскрыть. Которые имеют, как и гроб, 45 слотов, но, по-моему, скрываются отмычками третьего уровня. Ну, четвертого уровня точно скрываются. Однако в игре все же появилась имба. Давайте посмотрим вот этот момент. Я шел на локацию, пропил Берса, побежал. Смотрю в чат. Ага, Давс кого-то уже там крошит. Первый, второй, опа. Два их загасил. Очевидно, лута будет много. Вот, я кидаю балласт на него. Повезло, что я его нашел сразу. Он, очевидно, кинул какой-то стан, потому что мой персонаж перестал бить. Я сразу пропил развейку, чтобы не получать дополнительный урон от огня. И не сдохнуть. Потом поменял бинты на балласы. Сейчас поймете, почему. Да, Давс тоже пропил развейку, поэтому у нас у обоих юнит. Вот, я подлетел на коне. Он кинул молот. Очень важное уточнение, пока ты на коне, молот на тебя не работает, как и балласт. Давайте этот момент пересмотрим. Вот, я подлетаю на коне. Будучи на коне, кидаю балласт, он кидает молот. Молот не работает, потому что я на коне. То бишь, стан по мне не проходит. Я уже пойманного Давса ставлю мину. Раньше она станила 1 секунду. Теперь же станет 4. Но поменяли ли разрабы время отката мины? Нет. Она также откатывается 3 секунды, поэтому человека можно просто оставить в стане, он из него никогда не выйдет. Соответственно, не имба ли это? Очевидно, имба, потому что можно на любом классе, который быстро сокращает дистанцию, а это защитник, убийца, налетчик, ну, может, кто-то еще там. А, иллюзор. На них можно людей просто не выпускать из стана. И если у людей нет развейки или возможность спастись, то вы их просто захаваете автоатакой. Вот, посмотрите, еще один такой момент, уже против третьего следопыта в синьке. А я пока расскажу про баны. Это баг, а значит, за него баны быть в принципе могут. Но, так как в описании самих мин написано, что они станут 4 секунды, то багом, по идее, это не является. Однако злоупотреблять не стоит, поэтому сейчас на PvP лучше вообще не ходить. Фиксы будут, а вот когда, хрен его знает. Ждите фиксов, ждите гайд на танка и пока.